В понедельник утром в 11:44 по московскому времени с космодрома Байконур стартовыми командами Роскосмоса осуществлен пуск ракетоносителя «Союз-21А» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс-МС». Успешный старт ракетоносителя обеспечили двигатели разработки НПО «Энергомаш». Двигатели семейства РД-107 и РД-108 установлены на первой и второй ступенях ракетоносителя «Союз-21А». Корабль доставил на борт Международной космической станции около 2,5 тонн грузов, в том числе топливо, воду и сжатый кислород.